В этом году нам, безусловно, повезло и с весной, и с летом, и уж тем более с осенью. Давно такого теплого и ласкового ноября я не припомню. Но, тем не менее, как бы ни была печально-романтическая лирика пустых ноябрьских улиц, все мы прекрасно понимаем, что зима уже наступила, и предсказать ее суровость и холодность не может никто. Современной практичной девушке, а мы такие сегодня, совершенно не нужны предсказания. Наша главная задача – выглядеть чертовски привлекательно в минус 25, при полной сохранности здоровья нашего прекрасного организма. И с этой задачей мы прекрасно справляемся. А прямо сейчас мы идем выбирать шубу. Три постоянные причины не заставят в этом сомневаться. Меха с лучших аукционов из Греции. Для дорогой, модной и стильной одежды должно быть модное и стильное место. Для того, чтобы продемонстрировать все, что мы выбрали, мы воспользовались минималистичным интерьером модной студии геометрии. Ведь в кадре должно быть только самое главное – вы в шубе. Бывают вещи, которые нравятся абсолютно всем без исключения. И вот эта шубка – ярчайший тому пример. Белая американская короткошерстная норка с дополнительным эффектным аксессуаром – кожаным поясом. Роскошная практичность достигается не только длиной самой шубы, но и регулируемой длиной рукава. Вязаный манжет рукава предоставляет вам возможность самой с легкостью определять стиль и настроение, и вы можете с удовольствием заняться комбинаторикой сочетания фактур материала блуз и свитеров. При выборе такой шубы легкий свитер, джемпер или блуза становятся полноправным участником всего ансамбля, накладывая на хозяйку дополнительные приятные хлопоты с тем, что будет под шубой. Катя же выбрала роскошную норковую шубу красивого глубокого графита. И вновь все внимание на короткую шубу. Сегодня огромное количество женщин управляют автомобилем. А раз есть машина, значит, должна быть и шубка. Желательно в цвет машины. Отличный автомобильный вариант, позволяющий приспосабливаться под перепады температур. Ульму – оригинальный элемент, воротник на магнитах, снимается за секунды. Мгновенное, волшебное изменение внешнего вида и температурного режима. Средиземноморское представление о русской зиме должно быть именно таким. Итальянская шуба из меха стриженного бобра. Сегодня бобер довольно-таки моден и, в общем-то, доступен. Это исключительно мягкий, пушистый и самый теплый мех. Имея оригинальный подшерсток, пух, он на редкость удачно подходит к нашим российским климатическим условиям. По своим качествам носки мех бобра даже превосходит норку. Кроме того, бобер не боится влаги, что является большой редкостью среди мехов. Более того, под мокрым снегом он становится еще пушистее. Отличное практичное предложение от Time On. Black Llama – американская черная норка высочайшего качества, которую выращивают на зверофермах на территории США. Этот вид меха норки считается одним из самых дорогих в мире меховой моды и ценится не только дизайнерами, но и состоятельными покупателями. И вновь вернемся к столь необходимой практичности и непревзойденной оригинальности. Короткая шуба. Простой, но актуальный фасон. Рукава летучая мышь, капюшон и модная крестовка. Ваша лучшая покупка этой зимы. Норка-крестовка или крестовая норка – это заслуга селекционеров, ведь в природе такой цветовой окраски у норок не наблюдается. Норка-крестовка очень эффектна и открывает, как вы видите, широкие возможности мехового дизайна. Для тех, кто может позволить себе разные шубы на разные случаи и выходы, меховой салон Time On предлагает вот такой вариант. Оригинальный и очень удобный норковый пиджак с английским воротом. Отлично согревает и не сковывает движений. 100% клубный вариант для активных и смелых. Надеюсь, наша программа поможет вам определиться с выбором. Рассмотреть более подробно все представленные модели вы сможете на сайте салона. И я желаю вам теплой зимы!